хотели в рассыпную залечь, потом поняли, что это сигнальная ракета, потому что медленно летела. И все поняли, что это сигнал, наверное, к обстрелу. Инстинктивно побежали к автобусу, и в этот момент начался обстрел. По автобусу стреляли непосредственно по автобусу. Я находился со стороны водителя в этот момент. Автобус начинался трогать, я понимал, что оббежать уже нет возможности, потому что идет именно обстрел со стороны входных дверей. Я заскочил на ходу к водителю в автобус. Пуля прошла рядом, разбила стекло, водителя ранила, кровь его, я увидел, что у него кровь на голове, он держался за затылок, и он дал газу, мы поехали вперед, у него, видимо, стала кружиться голова, мы заехали в кювет, и я смотрел через окошко, что кого-то ранило, потому что все вокруг кого-то сидели. Потом, когда мы уже остановились, вот в кювет въехали, я выскочил из автобуса, подбежал, увидел, что это Толя, а раненый начал спрашивать, куда ранили, куда, никто точно сказать не мог. И стали ловить машины попутные, чтобы отвезти его в больницу, в ближайшую. И вот когда Толю прикладывали, из автобуса начали его выносить, и его последние слова были такие, он обернулся и сказал: камера, камера, камера.